Номер один, да. Получается номер один. Третий. Какой высоты вы хотите наносить удар, вы говорите, вам его опустят или поднимут. Примерно. Да, предварительных ударов по канату наносить нельзя. Примерно. Вот так. Вы готовы? Вы готовы? Пожалуйста, начнем. Отлично. Молодец. Пойдем, Александр, готов? Пожалуйста. Молодец. Вы скажите, куда вы хотите носить удар, вам поднимут. Хорошо. Все готовы? Поехали. Отлично. Молодец. Поехали. Отлично. Молодец. Молодец. Не получилось. Ребята, дорубайте, кто не дорубил, аккуратными движениями, без лишней бравады. Молодец. Поехали.
10? Здесь 10. 10 не перерубил. Ничего, не перерубил. 10 перерубил. 9. Второе место. Мы начнем с третьего места. Да. Третье место Смирнов Сергей перерубил 5 канатов. Это нож фирмы РВС. Хороший городской нож. Носите, пожалуйста, пользуйтесь, обращайтесь к нам. Называется «Малышка». Малыш в канадском стиле. Второе место Рустам. Остапов Рустам. 6 канатов. Нож фирмы «Слон». К сожалению, не знаю, как название. Подойдите, Рустам, у наших друзей у «Слонов», спросите, как он называется. И первое место Едвинов Александр. Нож фирмы «Асгард». 9 канатов. Поприветствуем участников. Спасибо большое, дорогие зрители.